Сегодня рано утром в одесский роддом подбросили младенца. На рассвете женщина занесла корзину с мальчиком в так называемое «окно жизни» на улице Космонавтов. Кроха появился на свет всего сутки назад. Вес малыша 3 килограмма, рост 51 сантиметр. Ребенка в инфекционке проверили на заболевание COVID-19. Тест показал отрицательный результат. Да и в целом малыш полностью здоров. Сейчас он находится в детской городской больнице номер 2. Без признаков какого-то заболевания, без пороков развития, все. Вот. Ну, как обычно, мы его накормили, завернули в теплые пеленочки, вот, вызвали социальные службы, полицию, скорую помощь. И малыш успешно уехал потом, после оформления документов специальных, уехал дальше по маршруту.